Ну что, друзья, дошел я до улицы Неделина. Ну и начнем мы с этого бюста в честь героя Советского Союза Неделина Митрофан Иванович, в честь кого названа улица. Вот это вот улица Неделина. С левой стороны у нас магазин «Лазер», а вот это у нас вот все улица Неделина, друзья. Начнем, наверное, с Неделина, с этой стороны, с Чётной. 1, 3, 5. С левой стороны здесь у нас 2, 4. И магазин «Альгида», Королёва 23, здесь также домик. Ладно, не обижайтесь, если я начал не с номера 1. Пойду с правой стороны, с которой я нахожусь. Неделина 2. Хотя сам когда-то жил на улице Неделина 3. Ох ты, ветерок прям. Надеюсь, на качество звука не отразится сильно. Вот двор улицы Неделина 2-4. Друзья, вот так вот выглядит. Это домик. Вот дворик. Детский садик, беседочка. Конечно, пустовато. Любовочка. Так вот, и вот сейчас все выглядит. Магазин «Альгида» стоит. И, насколько я знаю, по крайней мере, раньше все покупали дешевые сигареты, пиво. Это уже домик по улице Горького. Это Неделина 4. Вот так сейчас выглядит. Магазинчик. Впереди у нас это горбольница. Она работает, функционирует. Все исправно. Какой красивый палисадник. Сделали. Лианки наверх тянутся. Неделина. Здесь поставили светофор. Где здесь перекресток-то не такой насыщенный. Но решено было кем-то поставить светофор. Это магазинчик «Альгида». Так это все выглядит. Пойдем сейчас туда, на дом номер 1 начнем. Вот «Альгида». Да и здесь стал магазинчик «Альгида». Хотя, по-моему, здесь раньше другое было название. Ладно, сейчас начнем с первого дома снимать. Посмотрите, может, кто свои окна узнает сзади, кто здесь жил. Тенечек, прохладненько, еще не так сильно жарко. Летом, а то у нас, сами знаете, как Байконуре. Полтинник — это далеко не результат на солнышке. Ну что, друзья, погнали дальше. Начнем с с Неделина 1. Магазин «Байтерек». Здесь у нас Королева, не помню сколько. Здесь у нас «Лазер-магазин». Это его тыльная сторона. Это у нас дворы улицы Неделина.
так вот выглядит. Это у нас двор недели на один. Смотрите, вспоминайте, кто здесь жил. Что пока я больше не знаю, что снимать, если что, что комментировать. Двор пустой. Вот и недели на три. Сам жил когда-то в этом доме. На втором этаже с торца. Гаражи, дом правления, крашеный, оградочка стоит. Вот недели на три. Вот сам свои окна смотрю, где когда-то жил, пластиковые окна стоят. Здесь у нас Горького 30, если я не ошибаюсь, вот этот дом. Здесь был магазин «Сафари». Сейчас посмотрим, работает, не работает. Ну, вывеска висит. Но похоже на нерабочее уже здание. Все грязное. Зачеркнуто все, уже не работает. ЖО2. Это неделя на 5. Вообще. Так тенечек, птички поют красиво здесь во дворах. Кто-то палисадник посадил. Деревья растут. В глаз радуется, если честно. Все, дальше у нас пошли улицы Неделина, по-моему, точечные дома. Название их не знаю. Вот это улица Горького у нас. Магазинчик один единственный, торговый павильон. Так выглядит. Ну, а мы пошли дальше. Опять выходим к Альгиде. Видите, вдоль улицы Неделина. До 3/9 дойдем. Неделя на 5А. Кстати, здесь тоже памятная надпись. Улица названа в честь видного военачальника, героя Советского Союза, главного маршала артиллерии Митрофана Ивановича Неделина. Как это все выглядит сейчас. Байконур весной очень красиво зеленый процветает. Такая площадочка. Домик. Это у нас неделя на 5Б. А это горбольница. Это сторона. Вот это главный вход у нас на, ой, да, в поликлинику. Поликлинику, роддом. Роддома здесь уже нету. Не поперенесли. Улица Неделина. Это павильончик Руслана Людмила, если я не ошибаюсь.
как он сейчас выглядит. И здесь недели на 7. По улице недели на 7. И дальше я уже до 3/9 доходил. Ладно, так как это видео называется «Улица Неделина», пройдемся до конца. Это у нас проезд, улица Глушко. Что-то я уже сегодня подустал ходить. Хочется уже и попить. Так все это выглядит, друзья. Живут, гуляют, люди радуются. Да, конечно, зачем некоторые молодежь пишут всякое непонятно баллончиками? Прямо вот заняться нечем. Чем портит то, что люди билят, красят, вкладывают силы, свои средства. Кто-то пошел, просто написал что-то там. Зачем-то. Молодежь. Одним словом. Да, друзья, не забывайте зайти в папку видео, плейлист в Ютубе. Там много видео про Байконур. И не забывайте ставить лайки, дизлайки, понравилось, не понравилось вам видео. Вот, Ютуб мне, как обычно, наверное, комментарии закроет. Вот. Поэтому эти и остальные видео я выкладываю, как дублирую в папку сообщества в Ютубе. Это колоночка чуть дальше видео. Пожалуйста, там пишите, комментируйте. Критикуйте. Может, я что-то неправильно говорю, что-то неправильно снимаю. Может, кого-то обидел. Пишите, не стесняйтесь. Ну, все, вот у нас 3/9. Ну, уже сейчас название 3/9 знают только те, кто уже давным-давно жил в Байконуре. Сейчас название 3/9 уже вообще нет и не существует. Торговый павильончик. Вот. А здесь у нас сейчас, по-моему, спортивная школа. Что у нас здесь еще? Спецодежды, наверное, уже нету. Уже все выгорело. Да, где в США здесь сейчас спортивная школа. Вон кубки стоят. Здание красивенькое стало, отреставрированное. Ну вот и все, друзья. Дальше у нас, это у нас Байконур Энерго. Это у нас вся улица Неделина вот так выглядит. Следующая улица параллельно Неделина идет. Эта улица сейчас называется Жанкожа Батыра. Не знаю, как раньше называлась, но это сейчас улица Жанкожа Батыра. Она объезжает госпиталь и вдоль все вокруг. Ой, госпиталь. Ой, горбольницу. И она упирается в улицу проспект Королева. А это у нас парк. Так выглядят улицы Мира. Травка зеленеет, солнышко блестит, небо голубое. Это весенний Байконур. Через месяц-полтора все будет у нас выгорать. Лавочки, скамеечки. Это вот у нас, скажем так, достопримечательность парка Мира.
Кстати, вот этот парк мира, может кто знает, тоже напишите, в каком году его начали строить, основали. Тоже бы интересно послушать мнение людей. Игорек, может ты знаешь, может одновременно с твоей стелой Ленинск. Это памятник Янгелю Михаилу Кузьмичу. Дважды герой социалистического труда. Игорек, напиши, может вы тоже этот парк начали строить. Ну, конечно, эти все макеты. Махины уже намного позднее, так думаю, привезли. Это наш межконтинентальная двухступенчатая жидкостная ракета легкого класса. Не написано, когда этот памятник поставили. Вот так вот выглядит махина. Мощная, здоровая. Ну все, друзья. Все, что хотел, я сегодня вам показал. Всем пока. До следующих видео.